Бокер тоу, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня у нас Песах Шини, второй Песах. С этим всех поздравляем. Хорошей недели. Мы начинаем наш первый урок по недельной главе Торы Вегар. И в этой главе 24 заповеди, так как мы читаем в книге Сефер ха-Хинух. Из них 7 предписывающих и 17 запретов. Первая заповедь говорит о том, что мы должны отсчитывать 7 раз по 7 лет, и будет этих лет 49 лет. После этого наступает юбилейный год. Наши мудрецы говорят, мы читали с вами о счете Омера. Как мы сейчас его отсчитываем. Мы отсчитываем 7 недель, полными должны быть. И после этих 7 недель наступает праздник Шавуот. Это праздник, когда мы отдыхаем, не работаем. И также, когда мы отсчитываем 7 раз по 7 лет, наступает юбилейный год, когда мы тоже отдыхаем. Мало того, что Всевышний говорит, что все рабы свободные, даже те рабы, которые не хотят от нас уходить. То есть так мы читаем с вами в книге Шмот Леви Мишпатим, что раб говорит, что ему хорошо у господина, он не хочет уходить, он любит свою жену, которую господин ему дал, к нанейскую рабыню. Он любит детей, которые у него здесь родились. И он уходить на свободу не хочет. Тогда хозяин ведет его в суд. И в суде он это подтверждает. И ему прокалывают ухо в сторону косяка двери. Потому что мы слышали все на горе Синай, что мы рабы Всевышнему. А человек хочет быть рабом у человека, как бы ему это ни казалось хорошим. Поэтому он остается рабом. И пишется навеки. Навеки это до 50-го года. Как только наступает юбилейный год 50-й, все рабы свободны. Он вылетит туда по-любому. Хочет он этого или нет. Потому что пишет Всевышний, они мои рабы, сыны Израиля. Никто не может их взять, порабощать навсегда. Так, значит, Всевышний так сделал, что все ему принадлежит. И все Всевышнему возвращается. Для того, чтобы мы не могли подумать, что что-то нам может принадлежать вечно. Потому что Всевышний нам указывает, что вы хотите что-то присвоить навсегда, у вас это никогда не получится. Все равно все вернется ко мне. Вы мои рабы, вы пришельцы, поселенцы на этой земле. И он единственный, кому это все принадлежит. Вот так. И это мы должны помнить и знать. И мы знаем, что мы люди. И мы должны выполнять эту заповедь, отсчет этих 7-летних циклов. Рог был дан за понятие души моего папы Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Маэль. Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Перв бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Иосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Искак Шимон Бейла Мотел, Фира бат Анна, за хороший дух Арона Рия бен Двойра, Низ бен Ахум, Авигаль бат Сара. И пусть закончится скоро эта страшная война. Всем всего самого наилучшего. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующих встреч.